Россия призвала США вывести с территории Европы американские ядерные вооружения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Департамента по нераспространению и контролю над вооружением МИД России Михаила Ульянова. Россия вывела все свое ядерное вооружение на национальную территорию. «Считаем, что то же самое давно уже следовало бы сделать американской стороне», — сказал Ульянов. Он добавил, что США продолжают держать в Европе, согласно оценкам, до 200 авиационных бомб. В августе Ульянов заявил, что Москва не видит смысла отказываться от сотрудничества с США по вопросам нераспространения ядерного оружия. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, друзья.